Дорогой Дмитрий Васильевич, поздравляю вас с юбилеем. Спасибо вам за мирное небо и низкий вам поклон. Днем рождения, дедушка. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. И самое главное, не ленитесь, учитесь. Потому что все ученые, умные люди становятся, понимаешь? Дмитрий Васильевич принимает поздравления от юных анапчан, а также от трех внуков. Ветерану вручили персональное поздравление президента России, поздравили от имени главы курорта, а также депутата округа Игоря Филимонова. В этот день Дмитрий Васильевич не просто празднует день рождения, но и вспоминает друзей, которых потерял во время войны. Он служил в радиолокационных войсках. В годы Великой Отечественной первые образцы такой техники предупреждали о налетах вражеской авиации. Как жизнь, как сейчас молодежь, я им завидую, открыто, искренне, душевно завидую, что мы воевали не зря, что сейчас жизнь хорошая, дай Бог им больше не видеть того, что мы видели и что пережили, что ощутили на своих собственных плечах.